На Камчатке изменилась структура краевого правительства. Постановление об этом подписал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Основное – вице-губернаторов останется трое. Председатель правительства – первый вице-губернатор, первый вице-губернатор и вице-губернатор. Будет упразднена должность вице-губернатора по работе в Москве. Пять министерств укрупнят, шесть органов исполнительной власти полностью упразднят, пять переименуют и два агентства станут министерствами. Министерство территориального развития объединится с администрацией Корякского округа в Министерство по делам местного самоуправления и развития Корякского округа. Министерство социального развития и труда совместно с Агентством по занятости населения и миграционной политике станут Министерством труда и развития кадрового потенциала. Министерство гражданского общества, молодежи и информационной политики объединит Агентство по внутренней политике, Агентство по делам молодежи, Отдел по делам казачества и Управление пресс-службы. Будет образовано Министерство социального благополучия и семейной политики, которое возьмет на себя некоторые функции Минсосразвития. Министерство строительства будет переименовано в Министерство строительства и жилищной политики. В состав Министерства финансов войдет инспекция по контролю в сфере закупок. Агентство по информатизации и связи станет Министерством цифрового развития. Агентство по туризму и внешним связям преобразуется в Министерство туризма. В состав Министерства ЖКХ и энергетики включат Агентство по обращению с отходами. В Министерство транспорта и дорожного строительства войдет инспекция технадзора. Введении Министерства инвестиций и предпринимательства будет промышленность. Министерство природных ресурсов и экологии будет заниматься и охраной животного мира. Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира станет Агентством лесного хозяйства. Все остальные агентства Министерства останутся в прежнем статусе и полномочиях.